А сейчас история о большой любви и большой помощи. Фонд поколения Андрея Скотча приобрел для семьи Хархардиных слуховой аппарат. Такое устройство было необходимо одной из дочерей Марии. В большой семье Хархардиных Мария самая трудолюбивая. Какой бы ни была просьба, откликается незамедлительно. Помогает готовить, хлопочет с делами по дому. Но в последнее время родители девочки заметили. Дочь перестала слышать. Медики диагностировали тугоухость. Маша, иди кушать, а она вот как будто бы, я уже подойду ее стукну, тогда она начинает. И мне становилось страшно. Маша родилась раньше срока. В 5 месяцев перенесла операцию на сердце. Когда начались проблемы со слухом, сурдолог предложил установить аппарат. Для многодетной семьи сумма в 300 тысяч немалая. Решили обратиться в фонд депутата Госдумы Андрея Скотча. Есть программа поколения, что мы приобретаем одну хотя бы, а не там 300 тысяч наушники, мы хотя бы один наушник за 150, половину выплачивают. Но вот мы обратились, написали, нам как бы одобрили и выплатили вообще полностью сумму. Да, выплатили полностью. Да. Мы вообще не могли поверить. В случае Маши аппараты – необходимость. Главное – есть результат. Мы и так видим, что произошло теперь, какая она. То есть, ну, она даже вообще не понимает. Она больше сейчас у нее слов стало, больше понимания. Тут вот эти слуховые аппараты прямо она одела и сказала: «Мам, вот так, говорит, классно». Ну да, да, такой эффект, конечно. Она да. говорит: «Мам, прям вообще, говорит, я так хорошо слышу». Маргарита и Алексей говорят, фонд помог не только дочери. Вновь обретая слух, Маша делает счастливее всю семью.